Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект, который называется BuseX. Это биржа, как всегда мы говорим про криптоактивы, сегодняшний обзор не исключение. И это биржа, как они сами утверждают, нового поколения. Какое же новое поколение у них, собственно? Сегодня именно об этом мы и будем говорить. Итак, давайте же начнем данный обзор. Данная тема очень интересна и имеет свои собственные преимущества. Как вы уже смогли слышать, данные валюты считают валютами нового поколения и считают, что за ними стоит будущее. Насколько это так? По сути, возможно все, и ничего исключать нельзя. И именно поэтому такой сфере нужна площадка, где будут производиться активные торговли, покупки, продажи, а также обмен одной криптовалюты на другую и наоборот. Таким образом, нужны инструменты для управления своими финансовыми потоками. При этом данное управление должно быть максимально удобным и комфортным для любого пользователя. Таким образом, мы сегодня поговорим про проект как BuseX. BuseX по своей сути данная платформа является основным и очень интересным проектом, который будет направлен на решение проблем с управлением, а также обменом, покупкой и продажей криптовалют. Главная задача состоит перед разработчиками это выйти в лидеры крипторынка и стать основным объектом, на котором можно будет обменивать, покупать и продавать криптоактивы. Также, что очень интересно, проект нацелен на создание такой системы, при которой будет очень удобно и просто использовать криптовалюту. При этом даже новичок сможет разобраться, за счет более чего понятен ему будет сам интерфейс. Очень интересен тот факт, что разработчики также уделяют особое внимание на безопасность своей биржи. Ведь, как мы можем понимать, это достаточно серьезное занятие. В любом деле можно присутствовать максимальная безопасность. Также данная биржа будет иметь серьезный торговый движок, благодаря которому будет обеспечена серьезная скорость производства транзакций. Помимо всего прочего, упор идет на уменьшение комиссий за производство транзакций. Токен данного проекта будет называться BZX. Всего будет выпущено 750 миллионов токенов. Хотелось бы сказать, что я всего лишь делаю обзоры на проекты и высказываю свое мнение о том или ином продукте, а также реализации идей, которые предлагают нам разработчики. Ни в коем случае я не побуждаю вас инвестировать, ведь инвестиции – это дело лишь решение каждого пользователя. Все необходимые ссылки по данному проекту вы найдете в описании. А на этом у меня все, и до новых встреч!